Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Друзья, я сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным, интересным рецептом, который готовится очень легко и очень просто. Друзья, кому понравится, ставим сразу лайки, подписываемся и делимся с друзьями. А мы начинаем готовить. Поехали! В первую очередь займусь луком. Лук нам нужно почистить. И нарезаем лук кубиком. Также беру два перчика, один желтый, другой красный. Также очищаем его от семян. Вот таким вот образом чаще всего чищу перец. Очень удобно и легко. Перец также нарезаем небольшим кубиком. Берем сковородку, отправляем в нее чуть-чуть растительного масла и отправляю и лук, и перец все вместе сразу тушить. Отправляем на огонь. Огонь делаем средний. Тем временем, пока тушатся наши овощи, нарежем помидорку. Помидор также нарезаем мелко. Отправляю помидоры. Теперь тушим все вместе до готовности. Наши овощи должны очень хорошо помякнуть. Аромат исходит просто шикарный, обалденный. Сейчас добавим еще вкусных специй. Отправляю чайную ложку чеснока сухого. Чайную ложку сладкой паприки, черный перец молотый по вкусу, я добавлю побольше, так как люблю остринку. Хорошенечко это все перемешиваем, пробуем на соль, на перец. Да, единственное, мы еще не добавили соль. Сейчас добавим соль, сразу же пробую на соль. Солим. Если вдруг у вас помидорка кисловатая, нужно будет добавить чайную ложку сахара. Теперь берем яйцо, разбиваем его, делаем лунку и в лунку отправляем яйцо куриное. Быстренько нарезаю свежую зелень, такую как петрушка. Присыпаем все это зеленью. И накрываем крышкой буквально на 2-3 минуты. Такой ужин очень люблю со свежим хлебом. Друзья, вы видели, готовится очень легко, очень просто. Готовьте вместе со мной, радуйте родных и близких. Ну и, конечно же, комментируйте. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.